Как заработать денег на любимое дело? Никак, ясно? Когда я начинал, я ушел в чертов минус. Ваш успех зависит от ваших действий. Если вы любите одно, а работаете в другой сфере, вы должны умудриться выкроить время на любимое дело. Вы работаете с 10 до 6, потом приходите домой, целуете собаку и затем беретесь за любимое дело. Всегда можно найти время. Перестаньте смотреть чертовы сериалы. Что, доходчиво объяснил? По-моему, вполне. Вам всем понятно? Хочешь разбогатеть и купить чертов Rolex или яхту? Паши как проклятый!